Сколько уже сегодня таких моментов мы видели. Такая замысловатая передача Гранкина, но сумел Урал отбиться. Теперь уже можно более организованную атаку. Нет, не готов. Тетюхин не успевал к этому мячу. Иногда, конечно, какие-то сложные варианты Гранкин предлагает партнерам. Грозер. Вновь Урал отбивается. Там не будет, наверное, серьезной угрозы. Да, спокойно Мачаев справляется. Обманный удар Гранкина. Ну, не забивает нападающий. Что ему остается? Ну, конечно, были варианты. Это немножко утрирую. Но в данном случае был уверен в своих силах. И опять, какая там плотность, да, вот на подстраховке. Пять игроков, буквально там в трех квадратных метрах.